Добро пожаловать, мои хорошие, меня зовут Алексей. В раннем доступе вышел новый шутер, который по скриншотам мне напомнил Doom 3. Но так иначе, давайте разбираться. Локализации, к сожалению, нету, но, как говорится, маема шумаема. В общем, давайте начинаем по новой и... Ага, можем выбрать похожий уровень сложности, давай. Насколько я понимаю, мы, в общем, высаживаемся на Марсе, случилась какая-то полнейшая вакханалия, и нужно с этим разбираться. Немного непонятно, почему, в общем, только один морпех. Неужели нельзя было послать целую команду, они бы навели шорох, а также суету. Но так иначе. В общем, давайте дождемся нашей высадки и уже продолжим. К сожалению, ролики пропускать нельзя, поэтому давайте немного посмотрим, и, похоже, будет весело. Добро пожаловать. Да уж, надеюсь, мы сможем найти хорошее оружие и, в общем, дать по щам. Хорошо. Достаточно большой шаттл, опять же, только один пассажир. Да уж, немного странно, но... Знаешь, а в том же Dead Space хотя бы это было адекватно, потому что там, в общем, сигнал SOS, в общем, на них сразу напали, вот. И получается, наш персонаж, снизу я вижу здоровье, также броня и, похоже, патроны бесконечные. У нашего оружия есть два режима, можно, получается, заряжать и... Да уж. Хорошо, ребят, давайте уже продвигаться дальше и пытаться понять вообще, что произошло. Опять же, по звукам, атмосфере очень напоминает Doom 3. А ну. Ага. Давай. Ой. Бедолага. Хера его порвало. Да уж. Уже... Ой, братан. Давай, посидим. Если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сего. Вау. Большой комплекс, в общем. Давайте разбираться, в общем. Можно бегать, можно прыгать и... А ну... Да пошел нахер. Хорошо, в общем. Похоже, ни припасов, ни боезапасов, поэтому давайте бежать дальше, пока... Ой. Пока не ясно, в общем. О. Автомат поломали, поэтому газировки, похоже, попить не можем. Хорошо. Так, налево-направо. Можем, кстати, воспользоваться нашим КПК. Есть, получается, дополнительные объекты, и нужно с этим разбираться. Хорошо, а карты, насколько я понимаю, нету, поэтому не очень приятная тема. Хотелось бы, как в Dead Space, там такая линия, в общем, показывает, куда бежать. Но пока вроде... Подозрительно спокойно, похоже, скоро будет замес. Хорошо, что нам дали сразу оружие и сможем разобраться. Тем более нету боезапаса, поэтому будем жамкать на раз-два. Хорошо. В общем, проходы-переходы, можно, в общем, по вентиляции. И я думаю, вы со мной согласитесь, очень напомнил тот же самый Doom 3. Поднимаемся выше и... А ну... Да уж, в Дотан, похоже, побегать не можем. Хорошо, в общем, есть еще проходы-переходы. О, нихера. Можно, получается, как в Dead Space сохраняться, в общем, через терминал. Но так иначе, давайте не заморачиваться и бежать дальше. Небольшой бар, в общем, все жители, похоже, пожамкали. И наш персонаж не задаются вопросом, какого хера, да? Вот, и хотелось бы, знаешь, вызвать подкрепление с земли, чтобы они также нам помогли, но... Ой. Это кто был? Ага, кстати, комната для сохранения также помечается на вашей карте, и можно понять, куда бежать. Хорошо. А ну. Да уж, нужен синий ключ доступа, давайте побегаем, поищем. Опять же, есть пару направлений, поэтому... В общем, я не стал заморачиваться там, сохраняться, и особо пройти не можем. Хорошо, получается, мы с вами пришли с вентиляции, давайте пытаться понять, куда бежать дальше. Я увидел уже там какого-то зомбаря, похоже, и... А ну... Бляха. А ну... Ой... Обалдеть. В общем, подбираем синюю карту доступа, и вся комната в какой-то няше. Да уж, похоже, эта херовина захватила корабль и, в общем, пожамкала всех жителей. Корабль, говорю, станцию. Ага. Персонаж достаточно высоко прыгает, поэтому можно даже не переживать. В общем, давайте двигаться дальше и налево-направо. Да уж. А ну.
Ага. Уф, бляха. Криповая обстановка, опять же, как в Doom 3. Но, опять же, противника пока нет. В общем, давайте... А ну. Братан, здорово. Обалдеть. И уже появляется первый противник. А ну. Братан, я тут. О, давай. Так, первый противник, в общем, разобрались, такие достаточно лайтовые. Прикольно то, что у нас, видишь, пистолет стреляет, в общем, молнией, так скажем, да. Поэтому, в общем, затормаживает противника. Они, знаешь, сидели, чилили, никого не трогали. Такой пришел, начал наводить суету. Но, в общем, давайте бежать дальше. Хорошо, в общем, очень много разных проходов, переходов. Пока не ясно, куда, чего, почему. И давайте разбираться, опять же. Оф, бляха. Куда я уже убежал? Обалденно, да, что нету боезапаса, поэтому можно убивать на раз-два. Хорошо. Можно даже не переживать, да, за наш боезапас, потому что, опять же, он бесконечен. И противник уже тоже начинает по вам стрелять, поэтому давайте с этим разбираться. А, кстати, когда, в общем, делаешь мощный выстрел, потом какое-то время не можешь стрелять. И при этом с мощного выстрела противника ты не убиваешь. Поэтому, в общем, нужно подождать после мощного выстрела какое-то время, да? В общем, пистолет остывает и можно стрелять дальше. Да уж, творится полнейшая вакханалия. Давайте, в общем, продвигаться дальше. Я там видел также дополнительный проход. И здесь ее тоже пройти, похоже, не можем. А ну. Бляха, местами так темно, я даже тупо не вижу. А ну. Бляха... Братан, здорово! Ага, хорош. Ну, собственно, как в Думе третьем, очень темно, при этом мы даже не можем достать наш фонарик, потому что его банально нету. Но так иначе, мы уже с вами притопали в какую-то котельную, похоже. А ну. Бляха, просто очень много разных проходов, переходов. Я уже, если честно, начинаю блуждать, пытаться понять вообще, куда пойти дальше, но... В общем, давайте с этими товарами разбираться. О, неужели? В общем, оружие оставляют желать лучшего в плане демеджа, но, опять же, боезапас бесконечен, поэтому можно не переживать. Хорошо. В общем, давайте бежать дальше и... в душе не веду, что я делаю, но так иначе. Похоже, по заданию. Братан, давай. Ой-ой-ой. Ага, в общем, пистолет, похоже, лучше не заряжать, потому что можно промазать, а также, как я уже говорил, в общем, какое-то время он после этого не стреляет. Обалдеть, у него уже автомат, похоже, а ну. Братан, а где оружие? Хорошо, в общем, вижу, уже открываем проход, давайте бежать дальше. Налево, направо, куда пойти, куда податься? Очень много разных направлений, поэтому, в общем, постоянно у меня дилемма. Куда пойти? Хорошо. О, давай-давай. Ага. Похоже, какая-то секретная комната, но это не точно. В общем, опять добегаем до комнаты, где можно сделать наше сохранение. Давайте подбираем разные припасы, боезапасы. И, похоже, можем двигаться дальше. Давай так и быть, сделаем сохранение. Не очень нравится мне эта система, в общем, с сохранением у терминала, но так иначе. Хотелось бы тот же самый автосейв, а также быстрое сохранение. Хорошо. В общем, чем прикольно, эта комната помечается у вас на карте, так скажем. Поэтому можно в любой момент сбегать, а также сделать сейв. Хорошо. В общем, давайте продвигаться дальше. Хотелось бы раздобыть тот же самый автомат, потому что у противника он уже появляется. И немного, скажем так, я заблудился. Насколько я понимаю, у нас карты по большей части и нету, потому что я заходил, в общем, в КПК, и ничего такого, блядь, там не было. Да уж, но такая достаточно гнетущая атмосфера, как это было в том же Doom 3, то есть, где больше ты не стреляешь, да, а по большей части бегаешь и, в общем, нагоняет саспенса. Ага, хорошо. Похоже, сюда по заданию, но это не точно. В общем, на улице творится полнейшая вакханалия, туда лучше не выбегать. Возможно, в будущем сможем выбраться, когда раздобудем какой-то скафандр. Ох, бляха, очень много разных проходов-переходов. Ага,
припасы, боезапасы, но, похоже, ничего хорошего. Ну, видишь, опять же, у нас бесконечный боезапас, поэтому можно подбирать там броню и прочие прелести жизни. Хорошо. О, бляха. Подозрительно спокойно. Давайте лучше по трупам также стрелять, потому что могут подниматься, но это не точно. И противник, как в Думе 3, постоянно прячется где-то за углами, поэтому можно спокойно словить скримера, когда просто бежишь на шару. О, братан, здорово. Местами очень темно, я поставил яркость побогаче, так скажем, и противник все равно может вас подловить. Хорошо. Уже добегаем в следующую комнату и... Чего? Ха, давай. Бляха, похоже, можете телепортироваться через разные комплексы, но так иначе. Хорошо. Напоминаю тот же самый Dead Space, мы попадаем вообще в следующий сектор. И давайте с этим разбираться. Очень много разных проходов, переходов. Оф, бедолага. Братан, все хорошо. Ага. Нужна карта доступа, давайте, в общем, не нытьем так катанем, бегать по разным локациям. Слышь, дерьма кусок, не ломай автомат. О, а ну. Да уж, газировки, похоже, попить не можем. Обалдел. Весело. Давайте пробежимся, опять же, и, похоже, ничего хорошего. Хотелось бы, опять же, раздобыть тот же самый автомат, но пока не попадается, хорошо? Ага, налево-направо. Нужно раздобыть, в общем, желтую карту доступа и сможем пройти дальше. Упоротые твари, а ну. О, давай, продолжаем раздавать. Ух, бляха, эти твари уже в броне, обалдеть. Но так иначе, наш пистолет решает, так скажем, тем более боезапас бесконечен. Похоже, ничего хорошего, небольшая комната. Самое главное, что нашего персонажа не дамажат, потому что они были в какой-то защите, так скажем. И комната наполнена газом. Ага, нам, похоже, сюда нужно попасть и сможем пройти дальше. Хорошо, ребят, давайте бежать дальше. Там очень много разных направлений, поэтому есть еще куда побегать, да? О, вау, автомат! Обалдеть. И опять же напоминает тот же самый Doom 3, потому что там также он плюс-минус модель такая же, вот. И как по мне, делали те же ребята. Но опять же могу ошибаться. Блять, это противник. Я такой думаю, какого хера. Ага. Парни. О, бежит. Так, ребята, у нас боезапас заканчивается, поэтому не очень приятная тема. И автомат, похоже, тоже имеет два режима. Получается, слева можно стрелять беспрерывно, правая клавиша мыши может стрелять очередями и при этом делать куда быстрые очереди. Но так иначе, боезапаса очень мало, давайте пробежимся. Бляха, а ну... Местами очень темно, поэтому можно спокойно пропустить противника. Хорошо, давайте лучше побегаем с нашим пистолетом, тем более боезапас бесконечен. И... О, а ну. Ага. Бляха. Так, 4 цифры подобрать, похоже, без мазы, потому что, опять же, очень долго, да? То есть 4 цифры, 3 я бы подобрал, но не 4. Хорошо. Давайте пробежимся по их ангару, подберем больше боезапасов, припасов и, надеюсь, сможем понять, куда бежать дальше. Выше подняться... Блять, сука, дерьма кусок напугал, а? Выше подняться не можем, вот, лестницу поломали... Да ёперны... Да откуда вы беретесь-то, дебилы? Фуф, бляха, я банально не слышал, со спины подбежал. Уф, бляха, наркоман, ей-богу. И ошибка, да уж. Много бед, нажми ресет. Да. Бляха, где-то бегают, похоже. Слышь, дебил. Стоит такой, чинит, типа без палева. Во. И, кстати, есть еще также бодиблок. Получается, мы его убили. И пока тело не упало, ты пробежать дальше не можешь. Да уж, в замесе может быть критично. Хорошо. Налево, направо. А ну. Я понял. Ха.
О, бляха, хорош. Активировали какую-то херовину. Я там видел бочки, давайте пытаемся их подорвать. Вообще, может, нет, потестируем, так скажем. Ага, а ну покаж. О, братан, я постоянно слышу эти странные звуки, они, похоже, где-то бегают сверху. Вот, и... Так, подожди. А ну. Бляха, его тупо не вижу. Хорошо, давайте бежать дальше, можем, похоже, активировать. О! Пока не ясно, зачем, почему. Похоже, можно как-то запрыгнуть и подняться выше. Я тупо его не вижу. А давай, знаешь, по, в общем, по выстрелам примерно понимать. Блядь, где они бегают, где стреляют, я понять не могу. Ага. А, бляха, они еще и бегают, вон он, Михалыч. Да неужели, блядь, и по мне... В общем, давайте пытаться понять, как можно подняться выше. Здесь, в общем, подняться не можем. Сейчас я поднимусь и дам по щам, так скажем. Подожди, подожди, мой хороший. Я тупо его не вижу, потому что там местами очень темно, поэтому... Ох, бляха. Да уж, пройти не можем. Хорошо, давайте пытаться понять, где он вообще бегает. Дебил. Он, видишь, также еще перемещается, поэтому хер пом... Блять, я тупо его не вижу. О, неужели? Да уж, не поваляешь, не поешь. Хорошо, в общем, давайте поднимать эту херовину. В общем, я сперва думал, что по машине можно подняться выше, но нет. Похоже, нужно опускаться ниже и... вон еще, можем пробежать в следующий комплекс, похоже. Братан, здорово. Живучие товари. Давайте лучше автомат тот же самый. О, автомат побогаче, но опять же, боезапас заканчивается очень быстро, поэтому... Да... Где они? А, братан, здорово. Пожамкали, похоже. Да уж, хорошо, значит, а ну. Сука, они реально, они прячутся и прочее, они бегают еще. Ага, а ну. Ни припасов, ни боезапасов и больше ничего хорошего. Подожди, подожди, мой хороший, где-то сверху, похоже. Братан, как подняться? Ща, добегу. А ну. Можем, похоже, подняться и дать по щам. О, бляха, живучие товари. Фух, бляха, да уж. Так, а что у нас там по автомату? У автомата не так уж и много боезапаса. Знаешь, я мотаю ролик, и он, в общем, пару раз достает пистолет. Немного странная тема, возможно, это баг, но хер его знает. Хорошо. Ага. Можем уже пройти дальше. Давайте пробежимся и... Ага, ни здоровья, ни боезапасов. Хорошо. Там снаружи, в общем, он где-то бегает сверху. И как подняться, я пока в душе не ведаю. Но так иначе, у нас есть уже желтая карта доступа. Можем, по идее, не переживать и бежать дальше. Потому что, в общем, где мы бегали, там нужна была карта. И уже можем пройти. Не понял. Бляха, они машину опустили. Какого хера? А как теперь пройти? Вот это поворот. Можем, похоже, как-то активировать, потому что назад мы, в общем, не можем вернуться. И немного странно. Хорошо. Так, подожди, налево, направо. Да уж, очень много разных проходов, переходов. Чего? О, дополнительная секретка. Хорош. Дебила, где он там бегает-то? Оф, бляха, доберусь, братан, я тебя наведу суету, так скажем. Давайте, в общем, пытаться понять. В этой комнате, в общем, ничего хорошего нет. Дальше пройти не можем. Но видишь, получается, они опустили машину. И вернуться назад мы тоже не можем. Братан, здорово. Похоже, можно как-то подняться выше. Но это не точно. В общем, давайте немного пробежимся. И пытаемся понять, в общем. Ага. Братан, давай. Фух, бляха. Хорошо, давайте еще... А, подожди, она, похоже, опускается и поднимается. Давайте еще раз. Ага.
Я уже немного заплутал, так скажем. О, давай. Дебилы, подними машину. Сука. Так, получается, у нас желтая карта доступа, опять же, но назад вернуться не можем. Может, как-то можно подняться выше, вот, но я уже везде оббегал, пока, в общем, не ясно, да? Ага, где-то, похоже, лестница, но местами очень темно, поэтому могу тупо не видеть. И тут, похоже, пройти не можем. Хорошо. Сука, где он бегает? А ну. Да уж, на машину забраться тоже не можем. Я тупо его не вижу, потому что, видишь, он постоянно бегает, и не очень приятная тема. А ну, давай бомбанем эти. О, хорош. Подожди, вон он, Михалыч, два прохода. О, да неужели, неужели. Теперь опять же можем бежать дальше. Да уж, не поваляешь, не поешь. Но так иначе, у нас есть карта доступа, поэтому сможем спокойно пробежать. Также есть дверь, но пароль я не знаю. Ну а подбирать 4 символа такую себе, поэтому... У данного проекта очень хорошая стоимость в Стиме, 880 рублей, и поклонникам Doom 3, думаю, зайдет. Атмосфера, а также геймплей очень хорошо переданы, как по мне делали те же люди, но опять же это не точно. В общем, пишите ваше мнение в комментариях, если видео понравилось, жмакайте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, есть у меня группа ВКонтакте. Всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока.